Слышно ли меня? Скажите окей или of course или si, muy bien. Слышно, да? Да, отлично. Огромное спасибо, что сегодня вы пришли, что нашли эту минутку послушать про Доминикану, прослушать про наш отель, что оставили самых главных наших любимых клиентов, чтобы узнать что-то новое и вернуться в эту теплую страну. Огромное вам спасибо. Безусловно, спасибо всей команде ТПГ, которая решила создать такие вебинары, где вы узнаете, что нового происходит в мире, потому что, наверное, не все смогли выбраться этим летом куда-то в связи с обстоятельствами, да, знакомыми для всех, для нас, совершенно необычными и просто невероятными на самом деле. Я нахожусь сейчас в Испании и могу вам сказать, что я не представляла даже, что такое когда-то может быть, а теперь еще и чрезвычайное положение до мая, представляете? Вот так. Что я хочу вам сегодня рассказать? Доминиканская республика. Почему Доминикана, а не какая-то другая страна, вы скажете, да? Зима начинается, все хотят в тепло. Почему именно Доминикана? Однозначно это направление, потому что отели так созданы, как огромные резорты, что вам даже не нужно выходить из отеля, если вы не захотите. Есть все. Есть и пляж, есть и бассейны, и спортзалы, и казино. То есть это огромные по площади и огромные инфраструктуры, что если вы боитесь или не хотите рискнуть заразиться, то даже и выходить из отеля не нужно, если не хотите. Плюс из-за того, что очень большая площадь, то есть это настоящие джунгли, да, когда вы попадаете в отель, это не одно здание, а много бунгало, это прекрасные тропинки до пляжа. Это небольшие озера внутри отеля, где будут и фламинки, и рыбы. И детский клуб такой, как, наверное, весь детский сад вашего района, скажем так, да? Поэтому есть столько мест, где вы совсем не почувствуете, что рядом так много людей, или я пришел на завтрак, а мне даже сесть толком некуда. Минимум 7-9 ресторанов, баров. То есть настолько все распределено хорошо, и столько мест, где можно позавтракать, пообедать, перекусить, просто посидеть, отдохнуть, выпить коктейль. Поэтому, мне кажется, Доминикана – это классно. Это классное направление именно сейчас с такими обстоятельствами, которые есть. Ну и, конечно, меры, которые предлагает государство Доминикана, это просто невероятно, и я считаю, что это настолько поддерживает всех нас, и нас, отелей, и туроператоров, и клиентов, показывая свою транспарентность, безопасность и, безусловно, поддержку, то есть, да, денежная поддержка страховых компаний, которые совершенно бесплатно покроют все возможные проблемы, если, не дай бог, случится заражение или кто-то из вашей семьи получит позитивный тест, ничего страшного, вы на отпуске, и мы позаботимся даже в эту минуту о вас. Итак, переходим к презентации. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, напишите, я после презентации обязательно на всех отвечу. Договорились? Зовут меня Рената Газизова, если вы еще не увидели. Да, я директор европейского рынка отеля Impressive Resorts and Spa. Сейчас, вы скажете, новое какое-то название, новый отель. Да, это действительно новый бренд, но это совершенно классический отель Punta Cana. Раньше это был H10, наверное, вы слышали. Барсело, Доминикан Бич были, наверное, все, кто когда-то либо работал с Доминиканой на российском или украинском рынке, поэтому Барсело, Доминикан Бич – это просто самый был ходовой продукт в свое время. И потом это был Sunscape Punta Cana. Владельцы купили у Барсело этот отель, полностью его реновировали. Если вы сейчас увидите, это совершенно новый
пляж, то есть мы сделали новый пляж, мы привезли инженеров из Испании для того, чтобы не просто сделать пляж, а поднять, так скажем, зону Баваро, зону Кортесито, что самое ценное и красивое, да, в Пунта-Кане, что мы знаем. Поэтому за это мы получили голубой флаг для нашего пляжа. И таким самым, скажем так, подействовали даже на экосистему, улучшив ее. Итак, переходим к презентации. Где мы находимся? Это остров, да, вот вы видите остров. Пол острова – это Гаити, а вторая половина – это Доминикана. Столица Доминиканы – Санто-Доминго. Рядом с нами аэропорты Ла Романа и Пунта-Кана. От аэропорта Пунта-Кана мы находимся всего в 20 минутах. То есть это, ну, действительно прям очень близко. Когда вы пролетели 9-8 часов в рейсе, вот так вот приехали, то 20 минут на самом деле вам покажется просто как 2 минуты, наверное, когда вы доедете до нашего отеля. На английском, но я постараюсь перевести вам все, что здесь написано. Это, собственно говоря, меры, которые предлагает Доминикана для своих туристов. Итак, во время вашего проживания в отеле номер один, да, вам представляется совершенно бесплатный план, который покрывает все возможные проблемы, связанные с инфекцией коронавируса. Здесь вам предлагается полностью покрытие в случае чрезвычайной ситуации, ковид-тесты, то есть это не только вам, но и вашей семье, с кем вы вместе рядом были эти дни, все, что связано с продлением вашего пребывания в Доминикане или если вы захотите уехать раньше или позже, все, что связано с перелетом, и также все, что может быть связано с как бы это лучше сказать, с медицинской части, представляете, вы в Доминикане, вам нужно поговорить, чтобы с вами поговорили на украинском, на русском, объяснили. Все это могут сделать, если не лично, то по телефону, поэтому это телемедицинский, да, вот сервис, что имеется в виду. А на данный момент это предоставляется до 31 декабря, но на самом деле ведутся переговоры о том, что это продлится до Пасхи 2021 года. Поэтому первоначально и подтверждено это с 15 сентября до 31 декабря, но на самом деле это может продлиться и на всю зиму. Поэтому вы не должны или не обязательно вам иметь тесты отрицательные для того, чтобы въехать в страну. Это вы можете сделать прямо на месте, если захотите. И также какого плана, да, будет эта страховка, то есть кто это будет нам делать. Это европейская, как вот мы здесь говорим, компания, которая предоставляет все эти услуги, называется она Бюро Веритас. Поэтому, безусловно, можно ей доверять. Европейская компания с хорошим опытом и в этом туристическом секторе. Поэтому однозначно это достоверная компания, и вы будете в безопасности, если что-то, не дай бог, случится. Возвращаемся к отелю. Здесь вот мои данные. Хорошо ли вам они видны? Если нужно, запишите мой телефон, мой имейл. Я его также в чате потом вам отправлю. Если что-то случилось с вашим клиентом, вы переживаете, вы не знаете, как быть. Даже если все вы делаете через туроператора, но вам нужен ответ моментально из отеля – не переживайте, напишите, я, безусловно, подскажу, помогу и постараюсь эту проблему решить как можно быстрее. Итак, два отеля. То есть если раньше это был всего один отель, мы построили новый премиум и полностью обновили Impressive Resorts and Spa.
Самое красивое, конечно, наверное, что сейчас есть, и самое новое, это пляж. Это 300 метров длины пляж, который протянулся. Но на самом деле, если вы были в Пунта-Кане, вы поймете, что пляж настолько длинный, что вы можете в одну сторону идти 5 километров, в другую сторону 5 километров. Но пляж охраняемый и частный пляж – это 300 метров, да? То есть прямо напротив отеля. Безусловно, очень красивая эта деревянная дорожка. Настолько она мне нравится, она кажется такой романтической. Мы проводим здесь и свадьбы, и мероприятия. Если же нет в этот день какого-то мероприятия, то каждый вечер здесь проходят романтические ужины с лобстером. И действительно, это работает просто класс. Такой похожей дорожки в Пунта-Кане нету ни у кого, кроме Иберостар. У Иберостар, наверное, тоже есть такая, но она уже немножко просто старенькая. А здесь, вы видите, это совершенно новая, красивая деревянная дорожка. Хотя мы открылись как импрессия в январе 2019 года, всего за год, то есть в марте все это случилось, да, с коронавирусом, всего за год мы получили уже рекомендации от Holiday Check. Вы посмотрите наши баллы или TripAdvisor. Если вы туда не заходите, то ваши клиенты 100% уже тогда зашли, прочитали, посмотрели все про отель. Поэтому здесь вы можете быть совершенно спокойны. У нас очень хорошие баллы и хорошие rewards от клиентов, хорошие мнения. И за год мы действительно поставили эту систему, которая работает, сервис, и в то же время очень хорошая цена. Поэтому, я думаю, важно обратить на это внимание. Impressive Resort and Spa. Полностью обновили ресепшн, то есть это такая красивая палапа. Все новое, светящееся. Это ресепшн. От ресепшн, чтобы вы понимали, до пляжа, это даже 5 минут нету, чтобы пройти пешком. О чем это говорит? О том, что отель очень горизонтально расположен к морю. И, конечно, это очень большой плюс, потому что где бы вы ни были, безусловно, есть машинки, которые вас приведут, куда вы хотите, привезут, но даже дойти в жару, в тепло, вам ничего это не потребуется, даже действительно 5-7 минут от одной точки до другой, потому что очень горизонтально мы находимся к морю. И здесь вы видите различные бассейны. Что такое коричневое, да, вы меня спросите? Коричневое – это премиум. Это зона премиум, которую мы увидим чуть-чуть позже, но просто чтобы вы понимали, что это такое находится на карте. И что здесь у нас есть? Это отдельный паркинг, если вдруг вы взяли машину в аренду, это, конечно, очень удобно. Всего 654 комнаты. 5 ресторанов а-ла-карт, ресторан-буфет, снеки отдельные, 2 кафешки такие, кофешоп, очень известный кофешоп еще со времен H10, по-моему. Различные виды кофе молят прямо при вас. На самом деле вы скажете, да, в Доминикане есть везде кофе. Да, но если вы захотите хороший экспрессо настоящий, то это не так уж и легко найти на самом деле. И здесь мы привезли именно вот этот вот вкус, наверное, даже итальянского, европейского кофе. Владельцы испанцы, поэтому к этому очень так тонко подошли. И поэтому предлагают вам различные виды молотого кофе, которые прям при вас приготовят, помолят. И когда вы заходите в этот кофешоп, необыкновенный аромат кофе, вы можете даже купить с собой, если захотите какой-то. Поэтому здесь всегда очень людно, и пирожные, печеньки и так далее привлекают, безусловно. Дискотека, детский клуб, бары,
клуб для тинейджеров, казино. Бесплатный интернет находится в театре и в лобби. А в комнатах, если вы хотите, есть за одну комнату неделя примерно $30 для того, чтобы был хороший интернет. То есть, понятно, в театре, в лобби у вас будет бесплатный интернет, как и некоторые отели предлагают, возможно, да, бесплатный интернет. Но это такой интернет, что вы даже сообщение WhatsApp будете отправлять, не знаю, полдня, пока оно дойдет, потому что все подсоединены к нему. Это, конечно, поэтому он и бесплатный. Чтобы дать вам хороший сервис и чтобы это действительно работало, то есть вот эти $30, которые вы заплатите. Если нет, то в театре, в лобби вы можете пользоваться совершенно бесплатно. Итак, идем дальше. Вот так выглядят комнаты. Ну, представьте, это примерно 38-39 квадратных метров, то есть это довольно большая комната на самом деле. Здесь могут быть как две кровати, так и одна большая, 2 на 2. И это вот, если это Tropical View, стандартная, то есть это выход на сад, и Ocean View, допустим, это будет, естественно, выход на океан. Переходим к части премиум. Чем, собственно говоря, отличается премиум? Премиум. Самый важный момент, мне кажется, это Wi-Fi. Хорошего качества Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля. Плюс все комнаты junior suite. Вот эти коричневые, да, которые вы видите, это все junior suite. Если раньше у нас были стандартные, да, комнаты, то теперь у нас junior suite, комнаты примерно 50 квадратных метров, комната побольше, есть место и для диванчика, и для того, чтобы разделены две зоны, понимаете, да, junior suite. Сейчас вы увидите это также на фотографиях. И еще очень важный момент, что отдельная зона пляжа. То есть если вы пришли на пляж, увидели, что нету лежака у вас, как же так? Что мне теперь идти в бассейн, как быть? Всегда будет билбой на стороне премиума и обязательно найдет вам из-под земли, из-под океана обязательно лежак, который будет специально для вас. Безусловно, все настолько чистое, аккуратное и сейчас дезинфицируется, поэтому если вдруг вы не нашли, не переживайте, подойдите, спросите, возможно, он, лежак сейчас находится в дезинфекции, да? И вам его дадут совершенно чистеньким, аккуратненьким для вас. На территории пляжа резорта, конечно же, тоже есть лежаки. Просто, так скажем, они не гарантированы для вас. Но я думаю, что сейчас 100% окупаемости, 100% заполняемости не будет в отеле. Поэтому, безусловно, у вас будет место везде и всегда. И чем отличается премиум от резорта. То есть отдельный у вас будет ресепшн, безусловно, private ресепшн, ну, безусловно, паркинг, как и в резорте, тоже будет бесплатный. Есть зона private lunch, где всегда будут напитки, еда, шампанское, коктейли, то есть все время открыта эта зона для премиума. Есть отдельная зона, если вы хотите посмотреть какой-то важный фильм вместе со своими друзьями, приехали, тут, понимаешь, футбол, нужно срочно посмотреть, а по времени еще и не совпадает, где мы это будем смотреть, тут все мои друзья приехали, вот, приходите прямо сюда, в этот meeting space с телевизором, попросите, чтобы для вас включили матч, сериал, что вы пропустили или боитесь пропустить. Здесь вы это можете увидеть совершенно без проблем и к тому же со всеми своими друзьями, семьей и так далее. Бесплатный Wi-Fi, что мы говорили, консьерж-сервис, то есть вам отнесут, принесут ваши вещи, куда вы захотите. Здесь комнаты junior suite, еще раз, да, повторяем, их 255, то есть отель сам по себе намного аккуратнее, поменьше, но это и дает ему эту эксклюзивность, так скажем. Будут небольшие подарочки и вам, и вашим детям, если вы с детьми приехали. Выбор подушек, мне кажется, это важный момент, потому что вы приезжаете в Доминикану не на 2-3 ночи, а как минимум 7, да, и как вы спите, все-таки это очень важно.
Поэтому, если вы привыкли на твердые подушки или на мягкие, вы можете спросить, это для вас делают без проблем. Халаты, тапочки, заполняемый бесплатный мини-бар, экспресс-машина прям в номере, также рум-сервис, потому что первое время джетлаг, еще не понимаю, утро, вечер или ночь, что открыто, что не открыто. Вы позвонили, выбрали, что вы хотите покушать, и вам принесли в этот же момент. И мы предлагаем бесплатный фри чек-аут поздний, если вдруг ваш рейс вылетает поздно. Это, конечно, очень удобно, и если есть возможность, если даже вашу комнату вам не продлят, то дадут какую-то другую комнату совершенно бесплатно, и это, конечно, очень удобно, особенно если вы с детьми. Ресторан, координейшн ресторана, что это такое? Рестораны все а-ла-карт по резервации, особенно сейчас, да, с этим ковидом, должен быть определенный контроль. Всегда приоритет дадут клиентам премиума. Поэтому если даже сегодня вы захотели пойти в итальянский ресторан или захотели пойти покушать лобстера, вы можете это сделать без проблем, и всегда вам дадут приоритет при рассадке, если вы из премиума. Ну и эксклюзивные рестораны есть также для клиентов премиума, эксклюзивные бары, бассейн только для премиума. И бесплатный вход в наш шикарный спа, 25 минут, это так называемый термальный циркуит, который мы предлагаем совершенно бесплатно для клиентов премиума. И то, что вот я вам говорила, это лежаки на пляже. Секундочку, здесь есть кое-какие у меня вопросы. Если вы не против, я после презентации отвечу сразу на все. Ладно, не переживайте. Вот так вот выглядит ресепшн премиума. Это бар тоже в зоне премиум, эксклюзивный. Это ланч-зона в премиуме, где всегда вы сможете найти что-нибудь выпить, перекусить, спуститься, просто посидеть, выпить шампанского. Это эксклюзивный бассейн в зоне премиума со своим баром, да? И эксклюзивный вот бассейн с другой стороны, чтобы было понятно. Вот так выглядят комнаты. То есть здесь категория комнат... Действительно, их много. Есть и с джакузи, есть без джакузи, с таким видом, с другим. А кровать бывает 2 на 2 или 2 queen, и еще плюс небольшой диванчик. Вообще до 3 взрослых, 1 ребенок. Но если у вас 5 человек, что же тогда делать? Трое детей, да, и двое взрослых. Напишите мне отдельно, я еще раз поделюсь с вами в конце своими контактами. И, безусловно, конечно, мы поможем, организуем что-то или сделаем две communication room, да, которые соединены между собой. Конечно, это очень удобно и с детьми, чтобы были вы рядом. Это вот вид на океан, ocean front. И теперь рассмотрим все, что принадлежит обоим отелям, да, и премиуму, и резорту. Различные бассейны, и детские, и не детские. Это у нас часть ресторанов. Это все рестораны, которые есть в отеле. Только для премиума у нас ланч премиум, то, что мы смотрели. И итальянский ресторан «Вилла Маня», где вы можете позавтракать и пообедать, если вы клиенты премиума. Если же вы не клиенты премиума, а резорт, вы можете прийти сюда на ужин и выбрать его как а-ла-карт ресторан во время своего пребывания. Никаких нет ограничений. Хотите 3 раза пойти во французский – приходите. Хотите 5 раз прийти в японский – пожалуйста, приходите. Это на ваш выбор, мы не предлагаем никаких ограничений в этом плане.
Очень хорошо, кстати, у нас идет пицца и паста, снеки. А пицца делается прямо при вас, то есть это моментальная, не замороженная, а тут же при вас она делается и работает всю ночь. Это очень удобно, особенно вот первое время, когда вы приехали, не можете уснуть еще, или после дискотеки захотелось что-то перекусить горячего, свежего. Приходите, пицца и паста работают даже ночью. Я очень люблю наши рестораны а-ла-карт своим видом. То есть вот посмотрите этот ресторан, да, если вы увидите, как он близко расположен к морю. То есть это, ну, даже 2 сантиметров, не, что называется, вот вы из ресторана вышли, вы прямо на пляже. Он работает, этот ресторан, это, кстати, ресторан On the Grill, стейкхаус вечером. А днем и на завтрак он работает как обычный буфет. И, конечно, это очень красиво, удобно, ноги в песке. Мне кажется, когда мы приезжаем из холодных стран, это нас очень-очень радует. Это ресторан итальянский, то есть посмотрите, опять же, какой вид, и сидеть вот так вот на террасе и любоваться, это просто замечательно. Это ресторан японский, ну, японский, азиатский, я бы сказала, да, потому что вы видите, что здесь не только суши. Это тот же самый Ондрик Гриль, что мы видели с вами в вечерней фото. Здесь это днем, он выглядит вот так. То есть, представляете, вот так вы позавтракаете. Какое начало дня, такой и день. Это французский ресторан, то есть у него тоже есть терраса, если вы увидите, с выходом на океан. Это ресторан Медитерранео, средиземноморский, да, если так прям перевести. Наш винный погреб, где вы можете попробовать любое вино, какое вы захотите. Если вы из премиума, то практически все напитки у вас включены, в том числе и напитки премиум. Но если вы захотите испанскую риоху, не знаю, 1985 года, то, наверное, вам все же придется что-то заплатить за это. Это буфет, но на самом деле он настолько красивый и так хорошо оформлен, что вы захотите сюда снова вернуться. Безусловно, а-ла-карт удобно, потому что есть сервис моментальный, да, то есть не нужно вставать, ходить, смотреть, а вы сели и вас обслуживают. А здесь вы можете просто прийти посмотреть, что еще бывает, как можно красиво преподнести еду, как это можно все сделать. И здесь очень часто бывают такие ринконес, уголки, как мы их называем, с национальной, локальной кухней. И, конечно, прийти попробовать, потому что, а может, вам не понравится, поэтому тогда лучше прийти в буфет, попробовать, и если не понравится, то вернуться к пасте с морепродуктами или к рыбе, к тому, к чему вы привыкли и что вам нравится. Вот наша пицца, да, которая всегда на ура и у детей, и у взрослых. И, конечно, плюс, что работает и ночью. Это лобби-бар при ресепшн. Дискотека. Дискотека очень классная. Здесь есть и представления, и танцы, уроки танцев даже, да, когда начинается только вечер, вы можете попробовать себя в бачате, в меренге, в сальсе, поэтому здесь действительно здорово. И очень часто у меня бывает вопрос, включены ли напитки. Да, напитки все включены, и если вы клиент премиума, то все премиум-напитки тоже включены для вас. Этот наш свима-бар, то есть не выходя из бассейна выпить любимый коктейльчик, это само то. Джаде-бар, в общем, куча баров, ресторанов и бассейнов. Вы даже не знаю, успеете ли все попробовать. Вот этот бар очень классный. Он находится на территории премиума на пляже. Здесь вы увидите все самые лучшие премиум-напитки. А здесь же находятся все спортивные, моторные и немоторные мероприятия.
Поэтому, что хочу сказать, все немоторные активити, да, все немоторные лодки, каяк, виндсюрф, все это совершенно бесплатно для наших гостей. Детская комната. На самом деле это просто класс. Это вот то, что я вам говорила, что да, такая она большая, что как ваш, наверное, детский сад весь самый огромный в районе. Помимо всяких скалолазаний, да, всяких горок и так далее, внутри вот в этой палате есть зоны и открытые, и с кондиционером. Здесь есть шикарный снэк-бар для детей, то есть йогурты, фрукты, все, что вы захотите, чтобы дали вашему ребенку, ему дадут под присмотром, безусловно, аниматоров. Что удобно? С 9 до 5. То есть если вы захотели сегодня отдохнуть от детей, а дети захотели очень поиграть, повеселиться и познакомиться с другими ребятами, то это на самом деле очень удобно. Вы привели своего ребенка и можете его оставить и прийти потом его забрать в 5 часов. Он и пообедает, и пополдничает, и книжку его прочитают, не переживайте, и, конечно, руки помоют, за этим очень строго следят, он будет здесь просто счастлив. Вопрос, да, с какого возраста я могу оставить ребенка? С 3 лет. Знаю, что многие отели предлагают с 4 лет, мы предлагаем с 3, и, в принципе, очень много детей разного возраста. Что делать с тинейджерами? То есть моему ребенку, да, 13 лет, что же делать, с кем его я тогда оставлю? Но все-таки одного тоже не хочу оставлять. С 13 до 17 лет у нас есть тинейджер-клуб, где он может поиграть и в бильярд, и в пинг-понг, и различные спортивные мероприятия, волейбол пляжный. То есть все для молодой молодежи есть тоже. Что делать с маленькими детишками, которых хочется оставить на 2-3 часа и просто немножко вздохнуть, да, которым до 3 лет? Вы можете их также оставить, но для этого будет выделен один аниматор на ребенка, поэтому это будет дополнительная плата. То есть это возможно, но это будет стоить какую-то денежку. Только объяснить вам, что это один человек будет смотреть за вашим ребенком индивидуально. То есть никто больше из других детей не будет. Поэтому, конечно, это будет стоить чуть-чуть подороже. Помимо дневной программы для детей есть и вечерняя программа. 3-4 раза в неделю устраиваются вечерние программы для детей. И это, ну, понятно, мини-диско, да, там все и так далее. Но есть и до мини-диско, допустим, поход. Огромный отель, выбирают место, где будут раскладывать палатки, где будет пикник. Дети просто обожают это мероприятие, и для них специально готовят пикник, они сами себе накладывают, и потом сидят в палатках, рассказывают, играются и так далее. Плюс есть вечерний кинотеатр под открытым небом, им ставят фильм, самый последний детский фильм, на английском языке, скорее всего, конечно. И поэтому они могут посидеть и посмотреть под открытым небом фильм. Это просто очень классно и интересно. Это зона как раз вот для тинейджеров, где они могут играть. И вот так вот выглядит вечерний театр. Дискотека, казино. Наш спа. Помимо спа как такового, да, здания, так скажем, бунгало со спа, есть еще такие экстеншн, которые находятся на пляже, и вы можете сделать себе массаж. Прямо не отходя далеко от своего лежака, сделать массаж, а потом вернуться снова позагорать. Есть маникюры, педикюры,
парикмахерская, если вы не успели сделать что-то, а тут уже улетать, то, конечно, вы можете это всегда сделать у нас. Запомнили, что в премиуме бесплатный спа 25 минут. То есть они могут прийти, искупаться в джакузи, побыть немножко в сауне. Может быть, после спортзала это отличный момент расслабиться, прежде чем пойти переодеться на красивый ужин. И, конечно, все для свадьбы. Это свадебная комната, где невеста может привести себя в принцессу в такой особенный день. Вот как это может выглядеть, да? Сказать «да» на Карибском море. Очень различные у нас есть пакеты. Есть и бесплатный пакет, кстати, свадебный. Минимум от 7 комнат вы можете организовать себе такое торжество совершенно бесплатно. Это может быть и на пляже, и в саду, ну и на деревянном пирсе, который вы видели. Все, что вы можете только себе представить для групп, конечно, есть тоже. Есть и отдельный ресепшн. Если вы когда-то раньше были в Барселоне Доминикан Бич, там было два ресепшн. Один был Барсело Карибы, а другой Барсело Доминикан Бич. И вот второй ресепшн мы сейчас используем как раз для групп. То есть это будет совершенно индивидуально для вас, и все будет сделано. Здесь есть один, ну, то, что я вам говорю, да, private check-in, private check-out, все, что нужно для групп. Это может быть и школьная группа, и спортивная, и свадьба, и бизнес-группа какая-то у нас есть, зал для конференций до 300 человек. То есть, если вдруг вы захотите, пожалуйста, имейте в виду, посмотрите, огромная, да, территория, а мы для вас приготовим все, что вы захотите для вашей группы. Как мы подготовились? Конечно, у каждого отеля есть свои протоколы сейчас по безопасности, по дезинфекции. Мы использовали две компании, то есть два стандарта, чтобы одна другую проверяла, да, чтобы все было прямо на высшем уровне. И одна из них называется Insecure, а вторая называется Crystal. Как это работает? Это работает на всей территории отеля, начиная с тренинга для людей, которые работают, социальная дистанция, безусловно. На территории отеля находится врач 24 часа в сутки. Он постоянно у нас и раньше работал, а сейчас просто мы, так скажем, сделали, чтобы он был доступен 24 часа. Безусловно, все дезинфицируется, очищается дополнительно до того, как вы будете это использовать. И некоторые моменты пришлось нам, так скажем, модифицировать, чтобы это было для всех удобнее. Например, что, да? Ну, буфет, чтобы вы не брали одной ложкой, одной и той же. Это будут или индивидуальные порции, или человек вам, повар, будет накладывать в вашу непосредственно тарелку то, что вы хотите. Вот, как пример, да, безусловно, лежаки, как они устроены, насколько теперь дистанция стоит около бассейна. То есть все эти манеры предусмотрены не просто нами, а проверены двумя компаниями, протоколы которых вы можете найти, кстати, также на нашей странице веб или в папке у офиса по туризму Доминиканской Республики. Также у ТПГ есть, безусловно, эти протоколы. Если вдруг вам это нужно и срочно, и вы хотите еще раз это посмотреть, напишите мне, пожалуйста, и я вам это вышлю. Не знаю, насколько хорошо видны мои контакты. Видно ли было? Телефон испанский, плюс 34 626 97 0266.
А мой имейл это renata.gazizova@impressive-cist.com. Я сейчас еще раз вам скидываю это в чат, в наш, и тогда у вас не останется никаких вопросов по моим контактам, на всякий случай. Секундочку. Ну, вот я написала, поэтому, если что, пожалуйста, напишите. Если хотите, оставьте ваши данные Евгению, моему контакту в ТПГ, или мне сейчас пришлите имейл с вашими вопросами, с вашими пожеланиями. Хотите вы что получить эту презентацию? С удовольствием это сделаю. У меня совершенно небольшое видео для вас, но давайте сначала я отвечу на вопросы, которые вот здесь я вижу, и потом поставлю вам видео. Итак, контакты я дала, окей. Вопрос. Какие требования по ношению масок в отеле и за его пределами в данный момент? Маски нужны, но такого строгого контроля, как, допустим, в Испании, в Эмиратах, где вам тут же дадут штраф, нет, такого нет. Вас просто предупредят. Оденьте, пожалуйста, маску. В отеле, конечно, когда вы кушаете, когда вы занимаетесь спортом и на пляже, маски не нужны. Когда же вы ходите из комнаты куда-то, то да, советуют, конечно, одеть маску. Безусловно, везде стоят гели для дезинфекции рук. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Какая ситуация с водорослями? Были жалобы от туристов на большое количество водорослей в Impressive Resort. Наверное, это было до того, как мы сделали пляж. Потому что действительно пляж – это одна из причин, почему владельцы решили делать менеджмент сами и не продлили свой контракт по менеджменту с Sunscape Punta Cana. Как я вам сказала, мы привезли инженеров из Испании, пляж, вот полностью реструктурация, стоила $3 миллиона. И поэтому за ним следят, как за маленьким ребенком, наверное. То есть настолько он чистый и просто, ну, это как изюминка отеля для владельцев, которые приезжают каждый месяц посмотреть, проверить, все ли хорошо работает, все ли окей. И пляж, вот как раз-таки, это, наверное, самое такое особенное место, поэтому ему уделяется действительно очень много времени и внимания. Поэтому если вы когда-то увидели, скажем, с прошлого октября водоросли, пожалуйста, напишите, потому что это будет для меня очень большим сюрпризом на самом деле. И вас уверяю, что сейчас пляж – это самое особенное, как и сады. Хотя отель новый, то есть полностью реформированный, вы увидели, что он очень зеленый. За садами смотрят тоже специально. Это чисто как ботанический сад. Вы даже увидите название деревьев, название растений. Поэтому прошу вас, обратите внимание на зелень и вот на пляж. На каких языках детский клуб? Английский, испанский всегда. Есть иногда у нас русскоговорящий аниматор, но не всегда. То есть подтвердить, что 100% будет, не могу сказать. Наверное, вот так. Есть французский тоже 100%, потому что у нас на территории французский клуб «Коралья». Это один из самых лучших клубов французских. И у них есть требования и дополнительный их собственный аниматор, который говорит на французском. Свадебная церемония, сколько стоит? Я вышлю вам сейчас наш e-book, чтобы вы посмотрели все возможные свадебные пакеты. Есть и бесплатные, как я уже сказала, это зависит от того, сколько комнат вы зарезервировали. И есть платный, если вы хотите и диджея, и музыку до утра и так далее, то, конечно, это будет стоить каких-то
вам денежек. Дальше. Столько стоит дополнительно организовать романтический вечер на берегу. $35 с лобстером. Если вы хотите романтический вечер вот в этом ресторане, который посередине, да, находится, здесь внизу один ресторан и два ресторана наверху. Видите посередине картинки, которая стоит, такую палапу, да? Внизу ресторан on the grill. Наверху французский и итальянский. Это вам ничего не будет стоить, эти рестораны а-ла-карт. Если же вы хотите ужин прямо на деревянном пирсе, то и с лобстером, здесь больше, наверное, лобстер, а не пирс, стоит денег. Это будет стоить $35, и вы можете это приобрести прямо на месте на ресепшн. Дальше, если есть какие-то вопросы. Вопросов нету больше, поэтому я перехожу к видео. И потом скажу вам еще пару слов. Слышно музыку? На видео совершенно, наверное, по-другому выглядит отель, чем на презентации. Действительно, инфраструктура и территория огромные.
Огромное вам спасибо еще раз, что вы до конца досидели, посмотрели. У нас был сертификат на бесплатное проживание 3 ночи. Я надеюсь, что ТПГ его разыграет между вами и скажет нам, кто победитель. Приглашаю вас приехать, посмотреть самим, пригласить ваших клиентов. Плюс хочу сказать, что шикарная цена. Я прекрасно понимаю, что мы соперничаем с Iberostar, с Barcelos, Rio, с Palladium. Поэтому быть 5-звездочному новому отелю, но неизвестному, скажем так, наверное, нелегко. Я вам скажу, что нелегко. И еще хуже, если это все так шикарно, вы приезжаете, а 30% заполняемости. Вы даже Карибы не почувствуете, вы не почувствуете этот колорит. Поэтому владельцы решили, что важно, чтобы были люди, чтобы люди попробовали, чтобы посмотрели. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на наши СПО, особенно на СПО вот сейчас с программой ТПГ на Новый год, на январские праздники. Мы для них сделали специальное, еще лучше приложение, чем вообще может быть. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь, пока есть такая возможность. Пока отель, что называется, не раскрутился до конца, и вы можете еще приехать вот по такой цене. Поэтому я думаю, что это стоит того. И, конечно, будьте искренны с самим собой и с вашими клиентами. То есть, да, действительно, есть отели, в которых мы были, есть, в которых мы не были. Но сейчас ситуация с коронавирусом дала нам понять, что мы можем проверить, посмотреть все онлайн. Мы можем зайти, посмотреть видео вот этого отеля, мы можем посмотреть веб-сайт отеля, проверить, что, как. Воспользуйтесь этим, запишитесь на наши социальные сети, Instagram, Facebook, и следите за последними новинками, будьте в курсе дела. Огромное вам спасибо, хорошего вам дня, приезжайте, пишите мне, и жду ваших клиентов. Всего доброго, и огромное спасибо ТПГ. Дякую. Пока-пока.